В семье Мариам Арутюнян хариса – одно из любимых блюд. Готовит его не только по праздникам, но и в выходные. Хариса – не просто старинное блюдо, это символ борьбы за независимость. Когда турки ссылали армян в пустыне Османской империи, там убивали, население семи деревень решило оказать сопротивление. Армяне сражались, пока не были спасены французскими военными кораблями, которые увидели знамена с надписью «Христиане в опасности». Единственной едой, которая была с собой у армян, оказались пшеница и баранина. Из них они приготовили кашу для 5000 спасенных. С тех пор хариса стала олицетворением борьбы с турецкими угнетателями, а сейчас – любимое национальное блюдо. Это блюдо я начала готовить совсем недавно, как вышла замуж, потому что я очень люблю и не дожидаюсь никаких праздников, просто его готовлю, потому что оно очень вкусное, сытное, и всегда стараюсь пригласить своих друзей, чтобы они тоже попробовали, особенно друзей не нашей национальности. Всегда всем оно очень нравится, поэтому сегодня я хочу поделиться с вами этим рецептом. Для приготовления этого блюда нам понадобится пшеница, которая называется завар. Ее, к сожалению, ничем нельзя будет заменить, потому что только она так вкусно разваривается очень долго. И индейка, либо курица. Мы будем использовать филе бедра, потому что оно пожирнее, повкуснее, нежели чем грудка. В первую очередь нам, конечно, нужно же промыть крупу. Мы берем 2 стакана завара. Это все моем под проточной водой. Следующим этапом я всегда обязательно промываю мясо. Вот также проточной водой. После того, как я помыла завар и мясо, я просто укладываю мясо как на подушечку вот, из пшеницы. Обязательно мясо должно быть сверху. Нам осталось залить водичкой, так как у меня стоит фильтр, я залью это вот так вот, все водой. Воды ему нужно очень много. Вообще по рецепту идет 1:2, но так как я люблю это уваривать все до состояния каши, я просто наливаю водички на глаз и очень много. И в процессе уваривания я постоянно добавляю воду и смотрю, то есть уже на степень варки, насколько оно уже похоже на кашу. Вот, когда то есть уже консистенция стала похожа на кашу, то я понимаю, что оно уже готово и можно выключить. Соль, перец я обычно добавляю в середине процесса, чтобы можно было уже попробовать на вкус. Так как добавляется очень много воды, соответственно, соль тоже вся уваривается. Поэтому даже можно ближе к концу это все добавить. Для приготовления, то есть состояния каши, нам потребуется часов 5-6. А те, кто любит, чтобы зерна, чтобы пшеница чувствовалась, в принципе, достаточно где-то 1-2 часа. Не прошло и 6 часов, как наше блюдо уже готово. Мы как раз уварили до моей любимой консистенции каши. Блюдо хариса подается обязательно с топленым маслом, поэтому мы наливаем его в молочник, ставим на стол, и каждый гость уже сам себе накладывает. Харису принято подавать с оленьями. Это могут быть помидоры, огурцы, капуста. А после сытного обеда нужно непременно выпить по чашечке кофе. Виктория Шаре, Григорий Плешаков. События.